Расскажу о нашем решении, которое позволяет оперативно анализировать информацию, поступающую из CRM Bittrex24, а также рассмотрим решение интересной аналитической задачи. Приложение Bittrex Connector 24 помогает руководителям получать сводные отчеты о своей работе и компании, проводить анализ работы сотрудников и анализировать воронку продаж. Для этого данные из Bittrex 24 через наш коннектор выгружаются на локальный компьютер и передаются для анализа в BI-систему ClickView. В комплексе с коннектором идет демонстрационное BI-решение, которое далее будем называть демо-приложением. Оно представляет собой аналитические панели, сгруппированные по смыслу. Надо понимать, что все аналитические панели настраиваются индивидуально, учитывая специфику и стратегические планы компании. Поэтому мы постарались в решении объединить довольно общие вещи, максимально востребованные на рынке. Также стоит учесть, что это демо-приложение, и его можно адаптировать под ваши потребности в индивидуальном порядке. Итак, приступим к краткому обзору продукта. В процессе обзора мы рассмотрим пару кейсов, решить которые позволит наш продукт. Во вкладке «Сводный отчет» в первую очередь мы видим число лидов и количество сделок за весь период, а также конверсию успешных сделок. Вкладка разбита на 4 категории – лиды в работе, лиды успешны, сделки в работе и сделки успешны. Находясь на необходимой вкладке, есть возможность просмотреть более детальную информацию по каждой из этих категорий. Благодаря данному сводному отчету вы можете оценить качество источников лидов, с которыми вы работали ранее, и на основании показателей выбрать наиболее перспективные источники и сферы деятельности. Например, оценим самый успешный источник лидов. Для этого отсортируем источники по размеру конверсии. Видим, что наиболее успешным источником является источник 8. Количество лидов, которые сейчас в работе по данному источнику, всего 8. Это достаточно мало относительно других источников. Можем сделать предварительный вывод, что необходимо больше концентрироваться на данном источнике, ведь конверсия здесь наиболее высокая. Далее посмотрим, какое число успешных лидов в абсолютном значении. Число лидов, которые были сконвертированы по данному источнику, равняется 44. Это достаточно хороший показатель. Также у данного источника сумма выручки самая высокая. Вывод, который можно сделать на данном этапе, что лиды источника 8 могут приносить наибольшую прибыль. Однако, стоит проанализировать источник дальше. А переходят ли данные лиды в стадию сделки? Для этого используем фильтр по интересующему нас источнику. Видим, что конверсия лидов составляет всего 4%, однако общая конверсия составляет 0%. Следующий вывод, который мы можем сделать, что потенциал данного источника высок, однако необходимо, чтобы отдел продаж доводил лиды до сделок. О других методиках анализа качества источников мы расскажем в отдельном видео. А теперь продолжим обзор продукта. Переходим на вкладку «Аналитика по сотрудникам». Она содержит в себе ряд показателей, которые помогут оценить качество работы сотрудников компании и проследить динамику успешности. Здесь находятся такие показатели, как конверсия по сотрудникам, динамика работы со сделками лидами и их результативность. Продолжим исследовать источник 8. Для этого убедимся, что на данные наложен фильтр по интересующему источнику. Обратим свое внимание на график конверсии сотрудников. На нем видно, что наибольшую конверсию по источнику 8 имел сотрудник с именем ответственный 16. На данном источнике у сотрудника конверсия почти 60%, плюс 70 лидов было закреплено за ним. Периодом активности источника является начало 2013 года. Посмотрим подробную информацию по интересующим нас сотрудникам. Видим все лиды, по которым он работал, и их состояние. Наиболее успешной сферой деятельности является сфера деятельности 3. 13 лидов по данной сфере деятельности было сконвертировано. К сожалению, данный сотрудник в состоянии уволен. Используя переключатель между лидами и сделками, аналогично можем провести анализ по работе сотрудников со сделками. Вкладка «Воронка продаж» отражает текущее состояние дел по лидам и сделкам.
позволяет оценить объемы сделок, находящиеся на каком-либо из этапов, увидеть конкретные сделки в интересующем статусе и ожидаемую сумму от сделки. Для удобства воронка продаж представлена в графическом виде и в виде таблицы. Из воронки видно, что имеется большое количество необработанных лидов, из них лишь 2% в работе. Возможно, стоит начать активно работать с необработанными лидами. При этом сконцентрируем свое внимание на лидах с источником «Источник 8». Отфильтруем лиды по интересующему нас статусу и источнику. Перед глазами список лидов, работать с которыми следует начать в первую очередь. Полученный результат мы можем отправить в Excel или сразу на печать, чтобы поручить своим сотрудникам задачу по обзвону данных лидов. Вкладка «Отчеты Bittrex 24». Представляет собой копию отчетов портала Bittrex 24, однако позволяет использовать дополнительные фильтры и разрезы. Например, вы можете фильтровать по типам сделок, сферам деятельности, компаниям, источникам и при этом использовать любые разрезы, которые вам потребуются. В случае, если вы нашли лид или сделку, которая вас заинтересовала, вы можете, нажав на ссылку, сразу перейти на портал Bittrex и посмотреть детальную информацию по интересующей вас сделке или лиду.